В середине февраля российский телеканал СТС представил зрителям новый комедийный сериал под названием «Филатов в главную роль врача-гинеколога». В этой искрометной телеистории исполнил актер Федор Бондарчук. Также в проекте снялись такие актеры, как Олеся Судзиловская, Галина Польских, Эммануил Виторган. Режиссером сериала от компании «Медиаслово» выступил постановщик Максим Свешников. Многие поклонники сериала «Филатов» интересуются, будет ли продолжение столь понравившегося сериала. Итак, дата выхода первой серии второго сезона комедийного сериала «Филатов» запланирована на начало 2021 года на телеканале СТС. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.